Мульти-пульти представляет гоночная машинка. Возьмем корпус для нашей машинки. Специально выпилим вот эти вот штучки для колес. Возьмем кабинку. Хотя нет, эту кабинку не возьмем. Возьмем вот эту. Выдвинем корпус. Делаем гоночную машинку. Возьмем колесики. Поставим их спереди и сзади. Увеличим их. Вот так вот. Получается спортивный космический автомобиль. Поставили колеса. Чуть-чуть мы их расширим. Теперь поставим космические ускорители сзади, чтобы ее скорость была суперсветовая. Обязательно, ребята, не забываем про фары и сзади. Оставим другого цвета, красного. Красные фары назад. Теперь поставим для большей скорости и аэродинамики вот такой вот спойлер. Наш супер автомобиль готов. Теперь нам нужно его раскрасить. Желтый. Бордовый. Оранжевый. Металлик. Зеленый. Ребята, какие цвета? Сегодня мы покрасили наш автомобиль. Желтый, бордовый, металлик, оранжевый, зеленый. Вы были на канале Мульти-Пульти. Подписывайтесь, ставьте лайки. И все такое.